Привет всем подписчикам, а также случайным зрителям. И в этом видосике я вам покажу классную фишку от компании Xiaomi MIUI 11. Итак, в чем же эта фишечка заключается? Вы сможете отображать касание и местоположение указателя. Эту функцию вы сможете включить в меню настроек для разработчиков. Дальше я вам покажу, как это можно сделать. То есть, при касании дисплея у вас будет отображаться белый кругленький значочек. Вы это сами можете увидеть. Скорее всего, когда вы стандартно сейчас пользуетесь вашим смартфоном, у вас такого нет. Это нужно включить. Также при касание и скольжение по дисплею у вас остается след. То есть вы это можете тоже увидеть. К примеру, вот вам скрипичный ключ я нарисовал, вот вам след остался. Итак, в этом видосе я вам показываю, как это включается. Настройки. Расширенные настройки для разработчиков. И спускаемся вниз. То есть все ваши движения, все ваше касание будут отображаться полосами, как вы вот видите сейчас на практике у меня. Вот здесь есть функция ввод, отображение касания, местоположение указателя. То есть теперь этого ничего нету. Вы включаете отображение касания. Теперь ваше касание отображается круглым белым значком. Вот вы это сами можете заметить. Видите? Круглый белый значок, он за вами бегает. Хотите, можете только это включить. Хотите, можете включить еще и полосы, которые остаются после ваших касаний, такие следы. Если вам эта фишка понравилась, можете ее использовать. Можете также, возможно, удивить своих друзей, если у них такой фишки нету, или друзья, у которых Samsung, iPhone. Вы можете их удивить таким образом. Вот такая вот фишечка, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вам буду очень благодарен. Оставляйте свои комментарии. Всем успехов, ребята.